Всем доброе утро. Мне чуть-чуть грязная. Мама, ну, я грязная. Грязная? Да, фу, какая гадость. У моего маленького человека есть зависимость от этих пупырок. Поп-ит. А мы называем их пупырками. Это кошмар. Она постоянно с ней. Она уже ее вчера порвала. Это представляете, какой силой она там жамкала? Что сделала дырку. Но она, знаете, вот такая мягкая очень. Мне не нравится. Я хочу купить более плотную. Вот у Миланы вот эта морковка. Она очень плотная. И она, знаете, вот, ну, ей приятно работать. А это как это проваливается, не знаю, как козявка. Ой, не думала, что мои дети подсядут на такое. Да, прикольно, конечно, потыркать иногда. Но, блин... Вы у меня что, совсем уже? Так, ладно, мы тут завтракаем. Я сделала омлет на молоке и хлеб с маслом. Это все, что из продуктов у нас есть дома. Поэтому сегодня надо сделать закупочку. Фрукты, овощи, мясо. Мясо. Куда его? В морозильник сувать некуда. Там все в морожках. Ладно, будем думать. Но закупаться сегодня надо будет обязательно, да? Все, будем завтракать. Всем приятного аппетита. Скажешь всем приятного аппетита? Приятного аппетита. Позвала меня Даяшка. Говорит, мама, я хочу рисовать. Ты где? А чего ты в кровать завалилась? Даяна, в грязных шортах. Ты в них вчера бегала везде. Так, надо как-то окно открыть. Вот как открыть окна, когда дома жара, но при этом есть маленькие дети. Вот как? Проветривание не помогает. Пока я открываю вот настолько, не знаю, страшно, конечно, но а что поделать? Дышать невозможно. Вставай, давай. Так, рисунки. Это все высохло, это надо выбросить вообще. Хочу поискать... раскраску. У нас как-то была в том году. Но мне кажется, а что карточки тут так смешаны? Мне кажется, ничего нет. А хочешь пластилином лепить? Нет. Не хочешь? Буду. Будешь? Да. Лепить, да? Из пластилина? Не, вот этот, смотри. А, ты хочешь тот? Ну, давай этот. Ой, сумочка прям вообще шикарная. Я вчера не помыла стол, просто не успела. Мама. Потом помою. Это моя шиничка. Давай, это открывай, моя открывай, покажи, что у тебя там есть. Там у меня есть. Ой, пластилин. Давно я уже пластилин не покупала. Честно, мы практически с пластилином не играем. Даяшка как-то так, не особо. Вот с кем-то она может сидеть лепить. Но я не люблю лепить пластилином, я не люблю играть игрушки. Я иногда могу, иногда, редко порисовать. Все. Но вот такой человек, который, ну никак мне не дается ничего. Милана, не хочешь мне пластилином полепить? Мама. А я вам помарошку дам, пока будете лепить. Или когда полепите. Придется подкупать Милану. И иногда я этим пользуюсь. Иначе никак. Иначе Даяшке придется играться на почти 99% каждый день одной. Да? Скажи, мать, у тебя такая попалась, мама, никудышная. Силами. Вот так вот. И Милана так говорила. Мам, поиграй со мной, пожалуйста. И Даяшка. А я не могу. Я не могу перебороть себя. Вот никак. Давай я открою все баночки. Я могу начать играть, показать, мама, как это делать, вот это объяснить. Коричневый. Это коричневый. Хотя что я тебя называю? Ты же сама знаешь все цвета. Мама, вот это не сибирь. Он еще хороший. А, да, еще хороший. Давай, откроем. Ой, там полный прям. Прям битком-битком. Битком не полный. А, так он почти новый. Давай, сама бы открывала. Давай, откроем все, да? И ты будешь играть. Да. Вот так мы все разложили. Пластилина у нас, в принципе, очень много. Но формочек именно для пластилина есть только такая. И вот, которая у Миланы сейчас. Больше ничего нет.
Не знаю, было раньше очень много всего. Я не могу найти пакет. Вообще нет нигде. Я пересмотрела все. Опять, наверное, лежит, знаете, где-то на видном месте, где я его не вижу. О, мне готовить картошку фри. Мне будет вкусно. Так, мне котлетку, кетчуп и яблоко. Ну, давай яблоко. Можешь его порезать кусочками. Ой, в моем детстве не было таких игрушек. На, мешай, жарить. Интересно, играла бы я с такими? Хотя, наверное, играла бы. Это сейчас я ничего не люблю. Ой, как ты жаришь картошку. Это макароны? Хочу уже скорее кухню, но хотела делать ее сама, своими руками. Я уже посмотрела эскизы, придумала, как и что я хочу сделать. Но, ой, ничего страшного. И такое бывает на кухне, у меня было такое не раз. Поднимай. Ну, мы в идеале выкидываем это в жизни, но это можно продолжать жарить дальше. А насчет кухни буду еще думать. Не знаю, может быть купить, не знаю, будет ли она с ней играть постоянно, знаете, а место занимать просто так не хочется, и деньги тратить просто так не хочется. Купить уже с рук, но, в принципе, она по цене от новой не сильно-то и отличается. Но я еще посмотрю, взвешу, посчитаю, сколько будет стоить, если делать самой. Такой, знаете, более упрощенный вариант. И могу по своим параметрам сделать, покрасить в свой цвет, какой мне нравится. А не так, что купил, и ты покупаешь уже, во-первых, пользованную, уже с царапинами. Цвета не всегда подходят. Короче, буду смотреть. Так, а пока девчонки играются, я хочу поваляться и подумать, куда нам ехать после Даяшкиного сна. На улице очень хорошая погода. Мы давно не катались на великах, поэтому мы сегодня обязательно поедем кататься на велосипедах. Мне еще надо сделать кучу дел, сходить в магазин. А так лень. Вот правда, вот ты идешь в магазин, когда именно жара, и ты понимаешь, что ты не хочешь ничего из еды покупать. Вот просто у тебя нет такого аппетита, как зимой. Зимой ты постоянно ешь, тебе холодно, тебе хочется что-то захомячить. Летом у меня нет аппетита. Вот именно в жаркие дни, когда плюс 25 и выше. Когда там 20 градусов, то да, уже аппетит иначе как-то работает. Но вот в жару есть не хочется. Ну а надо, надо. Поэтому надо на нас собраться, пока девчонки играют. Но попить? Там кружка твоя есть. Иди возьми на кухне. Даяшка приходила ко мне за деньгами. Зачем вам деньги? Вы играете в магазин? Жвачка и клубника. Милана, а что-то съедобное тоже можно купить? Яблоко? Одну денежку. Это мороженое? Могу сделать, Милана, тебе рекламу, прорекламировать твой магазин. Приходите к Милане, пожалуйста, за мороженым. Адрес. Пурчик. Ты покупаешь мороженое? И что ты еще хочешь? Еще. А что ты еще? Мороженое ручной работы. Сколько мороженое стоит? Одну деньгу? Даяна, как много ты сладостей покупаешь? Еще денежку. А еще что хочешь купить? Чай? Да. Еще не чайку, сейчас тачу. Даяшка все покупает. Прикольно. Ты сама все покупаешь? Даяна, где ты деньги взяла? Не взяла. Аккуратно. Все. Сначала надо морковку съесть и чай, и потом только сладко. Хорошо. А ты куда? Тут садись. Садись на кресло и кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Ты у меня все сладости скупила.
Ай. Ну, кушай. Наелась? Давай. Ну так откладывай сюда. Потом отнесешь Милане все. Что еще? Ну да. Одни сладости. Что раньше даешь, выбирала фрукты, овощи. А сейчас только одни сладости. Что ты еще хочешь? Сидит такая. Смотрелась. Не грызи сильно. Мне мороженое тройное. Какие? Да, все четыре. Давай туда. Три. Это Даяна мне готовят. Нет, это не. Это мне. Мороженое четыре вкуса. И четыре вкуса. И четыре вкуса. Ой, мое мороженое готово. Так, 2 копейки. Спасибо. Даяна, смотри, какое у меня. Это мое. Неси свое. Ладно, я с тобой поделюсь чуть-чуть. Можешь доедать. Пробуй. Ну, пробуй. Вкусно? Это мороженое. Мороженое, да. Шарики помялись. Отправила я своих девчонок гулять. Пока хорошая погода. Да и они там с подружками бегают. Вот так классно они познакомились, да? Девочка 4 годика, девочка 12 лет. И теперь постоянно вместе гуляют. И мне хорошо. Я думаю, там маме тоже хорошо. Потому что до этого она с девочкой маленькой гуляла. Я их пару раз видела. Так что всем теперь хорошо. Так, я тут понемножку собираюсь. Краситься, наверное, не знаю. Я вот думаю, идти мне в магазин сейчас или завтра сходить. Чем-то перебиться. Посмотрим, я еще подумаю. Я сегодня буду вот такая вот в шортиках. Топ и накидка. Мне очень нравятся мои шорты. Они такие свободные. Нигде ничего не давит. В них не жарко. Просто классная вещь. Так, я тут уже убралась. У меня, хотя как всегда, порядок. Так, тут я перестелила кровать. И тут я перестелила кровать. Тут я сегодня буду спать. А на моей кровати будет спать сестра с племянником. Они вчера купили велик. Тоже с детской сидухой, как у нас. И сегодня приедут в Ригу. Мы поедем все кататься вместе. Весело будет. Не знаю, пока еще куда поедем. Маршрута прям такого нету. Я не знаю, как составить маршрут. И где искать эти интересные места, куда можно съездить. Ну посмотрим, может быть поедем в межапарк. Но я потом в любом случае вам покажу, куда мы поедем. Возьму вас с собой. Так, и мне надо еще дособирать до конца вещи с собой, которые мы будем брать. Ой, наверное, может все-таки сходить в магазин. Даже не знаю. Яйца есть. Молоко есть. Есть 2 огурца. Может сварить суп. Вечером приедем, все дети голодные, наверное, будут. Я даже не знаю. Или сбегать за мелочью. Вот говорю, я пока не голодная, мне ничего покупать не хочется. Когда я голодная, я иду и покупаю. Так, с собой что мы будем брать? На всякий случай возьмем с собой эти нарукавники, круг. Купальник. Не уверена, конечно, что мы будем заезжать плавать. Но, не знаю, на улице очень жарко, может быть, и заедем. Так, Даяшке обязательно очки. Милана сама себе собирает, у Миланы тоже будут очки. Так как очень слепит солнце в глаза, когда сидит она в кресле. Тяжко иногда такой путь, знаете, прямой, прямо против солнца. Так, обязательно покрывало. Я беру детскую простынь, потому что она занимает очень мало места. Вот, например, раньше я таскала всегда с собой большое покрывало. Оно столько места занимает, к нему все липнет. А детскую простынь, во-первых, легче постирать. Она где-то 140 на 100, нам вполне на троих хватает. А, полотенце. Полотенце я, наверное, брать не буду. Или взять тоже простыню, простыню. Ну, посмотрим. Так, себе плавательные шорты и Даяшке одежду, в которую она поедет. Так, что мы еще с собой берем, помимо еды?
Так, тут у меня вот такие жгутики на всякий случай. Кстати, очень удобная штука. Всегда можно что-то прикрепить. Там, не знаю, зайдешь в магазин, купишь что-то, маленький пакетик, крепишь и едешь по пути и ешь. Ну, короче, прикольно, очень прикольно. Я даже один раз бутылку сюда крепила, так как некуда ее было сунуть. Я там что-то как-то там навязала, и все стояло хорошо. Так, маску обязательно. Так, пластыри всегда беру с собой. У меня, у девчонок, я не знаю, вечная проблема. У них ноги постоянно в мозолях. То есть мозоль, то нет мозоли. Все от одной обуви, например. Даяшка сейчас ходит в одной обуви. У нее один день есть мозоль, неделю нет мозоли. Потом опять, не знаю, от чего это зависит. Так, пакетик на всякий случай. Так, тут у меня будет все лежать, то, что там лежит. Так, что у меня тут? Тут у меня ключи от дома, солнцезащитный крем, обязательно пигментное пятно свое мажу. Так, карточки обязательно банковские для магазина, еду покупать там разное. Так, ключи я уже говорила. Обязательно не забываем брать с собой монетки, так как вечная проблема. Если ты не снял с карты деньги, все, ты не можешь ни в туалет сходить, не в магазине корзинку иногда взять. У нас корзинки платные, кто не знает. Ну как платные? Запихиваешь деньгу, еврик, 50 центов, идешь по магазину. Когда с магазина выходишь, ставишь тележку обратно, тебе выдают деньги. Это, конечно, очень неудобно часто, но что ж поделать. Вот так вот. Я решила, не пойду в магазин, схожу, сделаю закупку завтра. А сейчас сварю детям суп, обычный куриный, у меня там есть кусок замороженного мяса, и все, и они вечером смогут поужинать, а я там чем-то да и перебьюсь. Поэтому буду готовить суп и ждать девчонок. А у меня на обед будет рыба в кляре. Я достала замороженный свой фарш, это лосось. Я просто обваляю в муке, в яйце и буду жарить. Так, сначала обваляем. А, яйцо не взбило. Блин, ну вот. Когда снимаю, иногда происходит такое. Прям замороженный фарш обваливаю в муке. Можно в рисовой, в белый, какую вы употребляете. Я это делаю в овсяной муке. Рисовой у меня нету. Можно кукурузную использовать. И еще раз в яйце. Опять забыла взбить. Ну ладно. Ай, как теперь это? Ну вот. Почему у меня только такое бывает? Ладно. Так, и сейчас все запачкаю здесь. И на сковороду жарить. И получается такая очень вкусная рыба в кляре. Даяшка тоже будет есть рыбу в кляре, макароны и морковку. Так как я не успела суп сварить, он еще варится, но... Ладно, где? Будет на ужин тогда. Где? Все, будем садиться кушать. Всем приятного аппетита. Где? Мы уже приехали на станцию. Сидим, ждем поезд, на котором приедет моя сестра с племянником. Минут еще, наверное, 15. Все, все где? Уже приедут. А тут Даяшка наблюдает другой поезд. Там поезд едет, да? Тух-тух, да. Ай, какой поезд. Красный? Да. Да, красного, бордовый такой, красный. Мама, все, скоро уже наш приедет. Мама, я хочу вот такой поезд, дом. Дом хочешь такой? Поеду. Милана с нами не захотела ехать, поэтому мы сегодня только вчетвером. Милана пошла с подружкой гулять. Что ты там уже нашла? Я поймала листик. Листик желтый нашла, да? Да. Кого мы ждем? Нет, не едет еще поезд. Еще минут, наверное, 7-8 надо подождать. Так что все, будем мы ждать своих и поедем кататься. Берем вас обязательно с собой.
Дети играют там. Не буду их показывать. Они все в трусиках дома, очень жарко. Как раз после душа только-только. Так что все, мы тоже будем уже понемножку собираться, укладывать их спать. Буду сегодня с вами прощаться. Так что всем пока-пока.